Меня вызвали к товарищу Черненко. Я товарищ Атомный. О, приветствую. Как здравия можно желаю. Понять, ситуация в стране тяжкая. Все наши дивизии сейчас воюют в Европе, давя союзников. Эти имперцы вот это прекрасно да. понимают, что, ж мы будем что делать мы ослаблены и что мы не сможем выстоять долго. В данный момент их ударная группа движется к Ленинграду. Куда? В этот трудный час. Японцы к Ленинграду? Странные люди. Ибо мне нужен тот, кто не поддается паникерству. Тот, кто не просто разобьет наших противников, но полностью уничтожит их. Раздавит их в труху беспощадно. Есть полностью уничтожить и раздавить их в труху. Вас понял. Генерал Крюков. Здравия желаю. Познакомьтесь с новым командиром. Командиром? Да. Он будет оборонять Ленинград. Несмотря на то, что попытка удержать город есть безрассудство. Чувак, там пластиковые роботы. Ленинград, советский народ потеряет веру. Что ж, желаю удачи. Войска имперцев много лучше оснащены. И что интересно, многие, это смешно. Тем не менее, пожертвовать жизнью во имя Родины – великая честь, не так? Во имя Родины нужно жить. Мне пора, у меня тут война идет. Во имя Родины нужно жить и побеждать. Вашего штата. О, ты Даша. Ой, я тебя Наташей называл. Извини, перепутал. Бывает такое с девушками. Скорей, полковник. Вы должны разбить их. Так точно. Извини, Даша, я думал, ты Наташа. Ну, такое бывает. Об имперской армии вторжения известно только то, что она чрезвычайно мобильна. Они осадили Ленинград и штурмуют город, продвигаясь по каналам. Не дайте им взять его. Ленинград – символ Советского Союза. Да. Под ваше командование перейдет наш лучший снайпер Наташа. Вот Наташа. Извини, Даш, я перепутал. Бывает такое. Наташа, Даша, Маша... Японские похоже окупанты штурмуют Петропавловскую крепость. Отбейте их атаку с помощью наших войск, дислоцированных поблизости. В этот час суровых испытаний вам окажет поддержку Наташа. Перед вами стоят следующие задачи. Закрепиться в крепости в сердце как города Ленина. Получилось. После этого вам будет предоставлено подкрепление. Удачи вам. Спасибо, понадобится. Хорошо, что думаешь прощать, Дашенька. Алёжа. Привет, Алёжа. Имперцы поставили блокаду и отрезали нас от острова. Мы попробуем произвести высадку десанта, командир. Соберите выживших и защитите крепость. Так точно. Видим тебя, Даша. Получено новое задание. Выберите Наташу. По боевым качествам она... Выберите, кричите. Наташа, ты даешь. Наташа может запросить удар с воздуха поворотом. Я рада, что мы опять работаем вместе. Я тоже рад. Когда мы встречались, не знаю, но рад. Что дальше? Буду иметь в виду. Вперед. Убей вот этих чуваков, которые спрятались. Отлично. Слушайте, свет. Сюрприз! Как мне все это нравится? Ничего себе, девушка. Это мне. По-моему, смотрите. Мечта. Большинство мужчин. В самое сердце. Еще один неудачник. Сладких снов в самое сердце. Это сердце едко, Наташ. Я уже близко. Задание выполнено. С снайперской винтовкой. Какой мужчина может тут устоять? Мне приказано. Здорово, Леш. Кстати, как давай. Выпить после боя, а? Я буду занят Дашей или Наташей. Мои приказы, но если хотите, можете покомандовать лично мною. Хорошо, давай сюда. Направляюсь к цели. Защищай. Получим.
Так. Доступны новые постройки. Я готова. Выберите казармы пехоты и проведите подготовку пятерых произвести. Бойцов ПВО. Бойцы ПВО эффективно уничтожают Ваня. И технику противника. Готов искупить кровью. Коля. Наверняка этот бой не последний. Интересно, что задумали эти трусливые твари? Нравится Вася. Готов искупить кровью. Володя. Обнаружили. Готов искупить кровью. Задание выполнено. А когда жрать да? Приветствую вас от имени Империи. Я командир. Ну, давай быстрее. Без вот этих всех разговоров, без всего вашего паса. Давай сразу к делу приступаем. Это война. Ладно, пока. Противник атаковал мои войска с юга. И где только они столько народу набрали. Ура! Вперед, ребята. Маленькая бабочка. Меня хотят убить. Не-не-не, Даша, мы тебя защитим. Вот тебе. Тебя защитим. Так, Олег. Прикрой вот здесь. Сейчас. О, только не плачь. Как прикажете. Вот так он. Враги да. Еще не кончились. Ну, Сашенька. Получи, урод. Забирай их. Всех противников у нас поговорим. Все нормально. Ну что, японцы. В очередь. Ну, Наташа, как ты права. Барсуков. В Советском Союзе всегда были проблемы с названием подразделений. Барсуки, Днепры. Акация, Калина, Малина. Балалайка. Подразделение Балалайка, все ж помню. Я не убью свою жертву. Продолжим охоту. Вот я кандалы-то сниму. Наташа Волкова. Я чую запах врага. Как космонавта. Кто хочет хлебнуть баланды? Подготовься отряд призывников для обороны крепости. Вперед, хорошо. Отряд призывников. Это 5 человек. Вперед, ребята. Комсомольцы. Призывник окончил обучение. Что дальше? Империалистические наймиты! Защита. Призывник окончил обучение! Прав. Рядовые правы. Призывник окончил обучение! Вот тебе танк! Следующий! Хорошо подготовлено. Призывник окончил обучение! А? Это мне? Призывник окончил обучение! Плохая одежка! Похоже на учебное кино! Много врагов, мало времени! Я не так-то прав! На воле не пора! Давай-давай-давай, уничтожай их! Враги идут! Вот тебе, банк! Пища вечерей! Похоже на учебное кино! Задание выполнено. Отстоять крепость? Все, мы отстояли вместе с Олежкой. Вы рано расслабляетесь. Настоящая битва только начинается. Ну давай, давай. Как всегда. Ну не знаю, по мне эти атаки не игрушечные. Настоящая битва начинается после того, как закончилась. Имперцы перешли в атаку и штурмуют Эрмитаж. Этот музей национальное достояние. Нельзя! Вот за Эрмитаж надо порвать их. Ну что? Там же в Эрмитаже наши известные картины. Квадрат Малевича. Как же нам без квадрата Малевича-то? Мы на позиции. Чего надо? А еще мишки в сосновом бору. Ну что, за мишек их нужно наказать. Сволочей. Вперед. Десант. Опа, пошел. Спасибо генсеку, который придумал вот такой способ десантирования. Буду вовремя. Жду приказа. Еще один неудачник. Вперед, защищай. Далеко ему не уйти. Много врагов, мало времени. Молодец, как героиня. Как это нравится. Наташка. О, ладно, даже можно на прострел здесь сделать. Я не знал буду этого. Буду иметь в виду. Вперед. Вы спасли Эрмитаж. Родина вовек не забудет вашей доблести. Но мишки в сосновом бору будут если крепость рады. Падет, война будет проиграна. Ваши войска выставим. Нужны в крепости. Ну что, куда отправить? Голиафы туда? Могут туда перебросить туда их туда через туда. Канал. Это лучше, чем на Суне. Мне эту бандуру ворочить. Я готова убивать. Ну давай, последнего осталось. Продолжим охоту. А то он что-то там да. Возле Эрмитажа подозрительно ходил. Как прикажут, так и сделаем. Кстати, в Эрмитаже тоже никогда не был. Я хотел в Ленинград ваши съездить, но не было возможности. Голиафы могут перебросить их через канал.
Отлично, просто отлично. Те, кто придумал эту пушку, советские инженеры, большую вам благодарность. Многие сегодня погибнут. Транспорт Голиаф на связи. Нет, сегодня все останутся живы. Противник штурмует крепость. Войска Императора форсируют каналы по всем направлениям. Крепость должна выстоять любой ценой. Буду иметь в виду. Да, я помню. Даш, спасибо. Посмотрим, как вы справитесь с линкорами класса Сёгун. Тебе действительно интересно увидеть, как я с ними справлюсь? Ты именно для этого их и прислал? Ну ладно, японцы. Так, мы защищаемся. Пища для червей. Мои люди будут защищать крепость. Вашей же задачей будет уничтожить линкоры врага. Ребят, ребят, ребят. Рядовые. Вы замечательные. Живите. Ай-яй-яй. Вот все-таки кто-то погиб, к сожалению. Вперед! Смотрите! Уничтожаем. Много врагов, мало времени. Ну, ты смотришь, Кензи, ты смотришь, как их уничтожаю. Хотел это увидеть. Пожалуйста. Хорошо, осталось всего несколько кораблей. Вы получили доступ к новейшему оружию, гравитационному спутнику. Он позволяет сконцентрировать магнитное поле на указанной боевой машине. Отлично, где оно? Где? Перейдите в меню секретных разработок и выберите пункт «Магнитная буря». Готовы начать магнитную бурю. Спутник готов выполнить поехали. Задачу. Примените его против линкоров. Чтобы в зоне поражения спутника оказалось больше целей, вы можете навести его самостоятельно. Уничтожаем. Шумим. Так вот, как сталки родичи-то отдаю. Отходим, 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 отходим. Как скажете. Не-не-не. Вы за все заплатите. Иду. Враги еще не кончились. Отлично. Это лучше, чем главное, наши герои. Отряд героев остался жив. Готовьтесь встретить смерть от руки наших лучших полководцев. Ааа, елы-палы. Как ты задолбал, Кинзи. Надеюсь, с ними воевать будет веселее. Олег, ты прав. Может быть, действительно будет веселее. Отличная работа. Черденко будет вами очень доволен. Спасибо. Даша. Даша. Даша, я запомню. Тебя зовут Даша. Ура! Вот так вот, ребята. Это победа. Убедительная, четкая победа.